Возвращаемся после рекламы. Сестрорецкий парк в день города был местом притяжения клинчан и больших, и маленьких, которым наш мясокомбинат дарил хорошее настроение и подарки. В центре Сестрорецкого парка и в Демьяновском парке расположились две площадки от Клинского мясокомбината. Они презентуют и рассказывают о своем бренде детской колбасы и сосисек «Умка». А рассказывают они это с помощью игр, развлекательной программы, конкурсов, призов и подарков. Которые пришли на День города, концентрируются именно здесь, и это вполне объяснимо. Здесь и аквагрим, и фотография необычная, и мастер-классы, и различные забавы. В общем, детям здесь весело. Мы тянули канаты, рисовали на лицах и на руках. Колечки бросала, да? Колечки бросала. Больше всего понравилось участвовать в эстафете. Скажи, попробовала колбаску «Умка»? Да, очень вкусный. Мне понравилось, когда выигрывают жетоны, когда перетаскивают канат. Ну, с удовольствием участвовали. И младший участвовал, и старший участвовал. Там вот сейчас ждем розыгрыш. И вот сейчас будет происходить кульминация детского праздника от мясокомбината «Клинский». Здесь, на главной сцене Сестрорецкого парка, в амфитеатре, будут разыграны три главных приза. Один из них – это приставка Xbox. Дети поймут. Ну, играть там, записывать все. Вот они, наши победители, давайте поаплодируем. Поаплодируйте, пожалуйста. Это очень неожиданно, очень приятно. И все здорово, прекрасное настроение.